пісні і танця «Байкал».
Добрасте містечко. І рубрика «Наска моя» вибереться для не менее талантливого, я вам скажу. Надо подчеркнуть, что именно с этой песней Луда Бочиров стал обладателем гран-при всероссийского конкурса «Вера, надежда, любовь», прошедшего в городе Москва в 2011 году. А сейчас, дорогие друзья, встречаем гостей нашего Лудупа. Народный ансамбль «Сударушка» из села Сотниково Иволгинского района. Художественный руководитель, заслуженный учитель Республики Бурятия Иван Федотов. Встречаем! Thank you.
Увіка, тушика, турин, алижиги гадна, хажодышня, игиши, аха, донребахата, жаргалейка, жаргал. Иди, бугуды тухаймуно, луды бачиров, та бугудында толхан. Угынь байырма ачиравағы, хукшымын алыгой, игишымне, октая. Шамани.
скажи мені. Ну что ж, дорогие друзья, давайте еще громче поаплодируем. Меня зовут Слыва Юшиев. Жин Харасагарин Ду, нам да Лудуб Угагамбела, Дулыт также. Тигат слова Байрма Чировой, музыка Лудуба Чирова, Жин Харасагарин, мамин взгляд, Танайм Харалда. Женщины, любите свое здоровье, любите жизнь, счастья, здоровья в 2013 году. Дякую.
спасибо вам. Танца «Алтын сызык». Эфир будет нукат. Объяс вылет уолдыр, лудып очеревы. Сытхил цэрэр сатурызын до кокшымыя. Мунодыр гэнэпэсэндэрхэ. Бурядынны залушья, мун унине мэндрэш олахан алдырты дошады бүйст жуэхэда лудывэ тулу байсы хылыйот дэр жанэддэна. Хундыты нукат альгатышын, унынкы зүркэнха, унынкы урэнгэ тулу байсы хылыйот. Бурэ гранын театры алтынтэзэдэ муну, анхы дуршынтие зэдылгэ жуэхэн, гэдэрмэгэ вайс гэжэ тулнэ угэйя, мэмгэй хунзон наийхун онда. Хосном царай ветрогор, зон жиле ведержа, мэдэжу шулыкшын Георгий Дашивилов зохиохан бэ. Тегі жа хори гаран жиле торшыда бүгшун бүй байхан ина шулыкты мане лудып бүгшун зохиожа. Түрлэ болха аушада гэя. Мане мэдэжа Расин гавиада артистка, Боряде араде артистка, Дарима Догданова да Тосхайдар
Балидагмен. Зарігет, кондитерка Тавурне Халон, Аліша Шуродова Кайсилевне, Дарима Долданова Ваджа, Тавурне Ідерлоге Вайс, Горгумбер, Октаян. Oh.
Заслуженная артистка Российской Федерации, народная артистка Республики Бурятия Дарима Друганова. А сейчас, дорогие друзья, встречаем на сцене детский танцевальный ансамбль «Сонгуа» с номером «Лучницы». Thank you.
Салон Буа. Дорогие друзья, давайте еще раз поаплодируем нашим артистам и прежде всего Лудупу за столь прекрасный концерт. Давайте еще раз аплодисменты и поприветствуем участникам нашего концерта. Надо сказать, что в нашем концерте сегодня принимают участие не только исполнители и творческие коллективы нашей республики. Для приветствия самых дальних гостей сегодняшнего коллектива я приглашаю на нашу сцену бурятского казаха или казахского буряда Ерлана Сетгазинова. Бабушки и дедушки, я от всей души поздравляю вас с наступающим праздником Белого месяца. Меня зовут Ерлан Сетгазинов. Спасибо большое. Друзья, что я хотел сказать? Лудуп Хачиров – это наше чудо. У него очень много друзей. И друзья не только в республике Бурятия, да что там лукавить, не только в России. Есть у него друзья за границей. И сегодня два парня из далекого, солнечного Казахстана приехали сюда, на наш концерт. Сейчас музыку, пожалуйста, можно убрать. Очень важное заявление. Два парня. Ануар Нурпеисов и Даниэр Абдрахманов. Можно им поаплодировать немножко? Хватит? Стоп, немножко. Когда казахам много аплодируют, они начинают зазнаваться. Поэтому немножко. Они где-то сейчас ходят в коридорах театра, и надо их очень здорово встретить. Я бы хотел, чтобы это было просто невероятно круто, потому что я землякам сказал, что буряты очень гостеприимный народ. Прямо очень. Они поверили, говорят, здорово. Итак, Ануар Нурпеисов, главный герой фильма «Сказ о розовом зайце», появится из этой самой кулисы. Хорошо? Как только он входит, я говорю, друзья, Ануар Нурпеисов! Как только он появляется, левая сторона зала, я вас очень попрошу, громко крикнем «Сәлеметсіз бе!» Хорошо? Давайте разучим. Это казахская фраза, означает «Здравствуйте». Пожалуйста, все вместе. «Сәлеметсіз бе!» Итак, один, два, три. Ням-ням-ням, получилось у вас, друзья. Давайте еще раз. Сәлеметсіз бе? Спасибо большое, у вас здорово получается, не забудьте. А Даниэр Абдрахманов появится из этой кулисы. И когда я скажу «Даниэр Абдрахманов», он выйдет, эта сторона зала, громко, хором, в едином порыве говорит «Ханагат тандарумаган дындармыздан». Хорошо? Давайте повторим, друзья. Итак, якобы Даниэр выходит. Все вместе, раз, два, три. Замечательно, спасибо, классно. Эта фраза означает «О, великий Данияр, мы тебя любим». Без этой фразы у него в техническом райдере написано, он не может петь. Поэтому обязательно надо сказать, давайте хоть чуточку выучим. «Канагат тандарламаган дындармаздан». Я серьезно, друзья, итак, попробуй «Канагат тандарламаган дындармаздан». Итак, один, два, три. Замечательно. Итак, друзья, притворимся, что мы не репетировали, хорошо? И когда я скажу Ануар Нурпеисов, Даниэр Абдрахманов, они выходят поочередно, вы приветствуете. Сәлеметсіз бе, не забудьте. Канагат тандарламаган дындармыздан. Хорошо? Итак, музыку можно фоном включить, друзья. В преддверии Белого месяца из далекого, солнечного, дружеского Казахстана. На концерт Лудупа Хачирова приехали его, а теперь и наши друзья. Я гости сегодняшнего концерта. Я рад вас приветствовать. Только у меня есть один вопрос, Ерлан. Почему люди, когда я зашел, говорили все «Конюшня! Конюшня!» Да нет, здравствуй! Добрый вечер! Как настроение? Как добрались? Очень все отлично, Ерлан, спасибо. Только я не понял единственного. Когда я заходил, выходил сюда, люди говорили, что Ерлан самый лучший ведущий. Не понял, конечно. Я не знаю, эти ребята, я ничего не договаривался. Ну, такие открытые люди у нас любят приветствовать. Ребята, как вообще вам Улан-Удэ, Ануар?
Но, вы знаете, Улан-Удэ встретил нас с морозом минус 38. Мы приехали из Алматы, где 0 градусов на тот момент был. Но, тем не менее, несмотря на эту температуру низкую, нас встретило бурятское тепло, которое мы ощутили на себе. Поэтому, уважаемые гости, я признателен вашему народу за ваше теплое гостеприимство на самом деле. Мне очень. Самое главное, когда мы сюда приехали, и я увидел просто казахов. Честно, потому что по физиономике мы очень сильно похожи, и поэтому я не ощутил, что я даже из Казахстана выезжал, если честно. Поэтому мне очень приятно, и с праздником вас. Дамы и господа, на концерт Лутупа Ачирова, проект КТ, Республика Казахстан. Ваши аплодисменты, Алмаз Тупидов, Татьяна Брахманов. Ну еще, я хотел бы сказать одну важную вещь в преддверии этого праздника. Саран Арар, Сагал Ганар, Саран Хэдэдэй, Саран Эдэдэй, Байбэдэ Полдэй! Итак, дамы и господа, давайте еще раз поаплодируем Эдуарду Спиисов на сцене! Дорогие гости, мы приехали сюда с нашим творчеством, и в первую очередь хотелось бы поделиться с вами творчеством нашего народа казахского, и это песня о любви. Следующая песня прозвучит в исполнении Даниара Абдрахманова.
Друзья, эта песня, это авторская песня, она про Алмату. У нас это первая столица, город Алмата, который мы в Казахстане все очень сильно любим, и про любовь к этому городу. Называется Алматы. Итак, дамы и господа, Данияр Абдрахманов. Я специально ждал аплодисменты. Давайте еще громче поаплодируем Данияр Абдрахманов! Специально струну «Дружба Москвы». Спасибо. Так, не пойдет, еще раз можно, пожалуйста? Алмата. Переделали одну очень известную песню на, скажем, современный лад, с использованием наших слов. Много будет для вас, может быть, непонятно, но я надеюсь, мы передадим нашими эмоциями и чувствами весь смысл этой песни. Песня о том, что, о том, кто не приехал в нашу страну. Проект «Кота на сцене»! You didn't come to Alamata. You didn't come to Atabe. You didn't come to Pavlodar. You didn't come to Kazakhstan. You didn't come to Mandalstan. You didn't come to Adarao. You didn't come to Temirtau. You didn't come to Kocetau. You didn't come to Alamata. Oh, can't you see?
eaten beshparnak. You haven't eaten kurdak. You haven't eaten shalshaya. You haven't eaten mepala. You haven't eaten bausak. You haven't listened domberan. Человеком, ради которого мы приехали сюда, в первую очередь, это Луду Бачиров. Нас поразило его творчество. В ноябре прошлого года в интернете, ВКонтакте я увидел ролик, и он меня действительно потряс. И я проникся этой песней и разделил, скажем, свое удивление со своими друзьями. И была такая мысль спеть, исполнить вместе с Лудубом какую-нибудь песню, может быть, на казахском, может, на русском, может, на бурятском. И мысль материализуется на самом деле, и мы тогда только подумали об этом, и случайно вышли на связь с Лудубом, списались. И так произошло, что мы приехали на эту священную бурятскую землю, и мы хотели бы пригласить Лудуба сюда. Мы вчера уже познакомились. Действительно, гордость Бурятии. Я думаю, такой талант должен быть известен на весь мир. Не только страны СНГ, но и Латинской Америки, Северной Америки, да. Смешно. Мы тоже вчера смеялись долго. Самая большая гитара у самого маленького человека. Дамы и господа, в порыве, в совместном творческом порыве родилась идея совместно исполнить песню, которая зацепила многих казахов в Казахстане. Близкие друзья Ануара и Даниара все оценили эту песню. «Силен не тот, кто бьет» называется песня. И сейчас в эксклюзивном варианте на сцене Бурятского драматического театра имени Хоцана Мусараева проект КТ «Казахстан» Луду Бачиров, Бурятия! Это будет акустическое исполнение, немножко тональность, наверное, здесь не подойдет. Готов? Готов. Я тоже. Не надо любить, родители, так жестоко и
Thank you.
состоится во время всемирного флешмоба «Йохор Хакария» 11 февраля на главной площади нашей республики, площади Советов. Таким будут только мно. Мане, буду вы. Ты сыгай курагын метод. Ты сыгай курагын метод алкудал буду вы, что рагын метод лон хэмда. Хывут ном хэн хыжынгы не тогда тулолок шыр. Буду вы я мунти кэда тул садын андан укыдыйн. Мнодыр манай концертта хабарлахын эрхим кондыта бухы эшдыйя. Амышыл бұрсыздайды. Табылдықтыны аңқарылды, Корея Республикайын арабе артист, Россия болымды оңғылы сайдаға бият құрылмайлықша, Гонзин Норво Царенович Гонзин. Зай, күндітін үкеді тұрақшын бәрін аша қарет, пожалуйста. Күжіңге ерігін, енді ерігін бәрі ерет аша. Пожалуйста, күбін намқын кетірігімге ерігін мәне тұл олықшы, Голва ерігін бәрін аша қаракте-қаракте. Алға тұш елді. Наша. Энда да енді не, шоп кемін. Шоп кеді ба? Арытты арытты бе хүнді өнігі үйінді қонытты. Шоп кетмен, шоп кемін ба? Шо? Бүтмі сәнжім кетті бұна? Да, наша, это наша. Я шам особо две шептай то. Зе. Каждый человек, наверное, в жизни всегда хочет потянуться к славе, к лучам славы каждого человека, который. И мы тоже сегодня приехали сюда для того, чтобы поддержать закончик славы друга Очирова. Мы это делаем гордо, мы это делаем смело, потому что это наш земля, наш родова и наша гордость. Кундаде жатканды бүгінде бұлды етіне, тақалайын сақағанарар амашада, отына одан жарғал, ханангірікті құп бұты жывайгыла, күнгүхін көртті юңгыжа, Ханыры байлы тілінде құлықта ұтырлы, ұпшын зауылың күйек, ұныр байым алды байқында болды қайын. Құндыртын үлті қайкет. Ені еркі жылды ұпшын зауылың күйек. Алың нұқытте ұлыдықты. Нұқыды өтте ұры болжы, сәке ұсында қар олжы. Әң-әң-әң ұпшын зауылың күйек қоғытта. Вот это я хочу. Счастье ему. Сейчас, дорогие Вархан. А, грабин, сейчас я. Лудукто ему я концерт надо хороший, кому кто не вайду уже вайду не туда бы. Мане не нужен кара, то не туго шахм, а рэп говорю вайду. А ты наташи? Алды шезукте физарта, алды зухим татолхан, шылымды ундыршын санын, сечкімдім не ханолхан, долым талын шымып, долым зада сүсіп, ожын саған кежінгім не, алын сайы жынну де, салы дудын сорялахан, борыл халын тукіте, бурядыйым де соқолан, долым талын шымып, долым зада сүсіп, ожын саған кежінгім не, Харин омин таландар, хэхэн дуртурулан, Залишуғи адамдал, замуйым небігулан, Долым талыншынып, долым заласысып, Оғжым саған кежігін ұтағаға, Оғгар олте, нудыбэнне концерт мұнадыр, Үндір күнден дүңгіргендін, Та бұқтында
шодаким моей курва. И ну кувунде. Всем участникам огромное спасибо за активную участие сегодняшнего после вечера Дубачева. Дай Бог вам здоровья, наступающим праздником Сатангара. Давайте Богу Дубачева, давайте дружно все сказать. Дубачева, ура! Бұл тілдегі жәнгені тәсінді әйтеке, бұнадыр, бұл тілдегі жәнгені тәсінді әйтеке.